6 лет назад свою работу начал детский университет Казанского федерального. По этому случаю в КСК «Уник» состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие университетские лекторы, маленькие студенты и их родители. Все, кто хотят выступить на итоговом концерте, которые подводят результаты работы не только самого детского университета, но и творческих достижений каждого из детей. Все они имеют право прислать видеоролик на почту детского университета. Таких видеороликов у нас поступило свыше 100. Так были отобраны 15 лучших номеров, которые были представлены юным зрителям и их родителям. Хореографическая студия «Инфанта» выступила с ярким танцем, а ансамбль «Нур» сыграл на флейтах. Концерт получился очень красочным и по-настоящему добрым. А возраст слушателей детского университета варьируется от 8 до 12 лет. Самая моя запоминающая лекция, это была про дипломатов. Потому что я раньше хотела стать дипломатом, и когда узнала я про эту профессию, мне еще больше захотелось стать дипломатом. А завершился праздничный концерт общей песней «Мы вернемся». Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.